Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 сентября. Страдания святого мученика Арамила. Святой Арамил жил в царствовании императора Траяна и был первым вельможей во всем царском доме. Этот император царствовал с 98 по 117 год по Рождеству Христовому. Один из лучших римских императоров. Однако и он преследовал христиан и издал два закона, немало повлиявшие на начало открытые гонения на христиан. Один из них запрещал всякие тайные собрания. Второму законялось предавать казни всех, оказавших упорное нежелание принести жертвы языческим богам по причине исповедания христианской веры. Случилось, что Троян, находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе и веров, савроматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков 11 тысяч человек, исповедовавших Христа и отвергавших поклонение идолам. И вера — это нынешние грузины, обитатели в нынешнем Закавказье. Савроматы или сарматы жили по соседству с верами от Кавказа и Каспийского моря. Всех их Троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертвы идолам, и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Арамил, как военачальник, пришел к царю и укорял его в безбожии и безрассудстве, в том, что он, вышедший на войну, сам уменьшает свое войско. Себя же Арамил исповедовал христианинам, готовым умереть за имя Иисуса Христа, Господа своего. Троян сильно разгневался на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть. Тогда же усечена была честная голова святого мученика. Блаженная кончина святого мученика последовала около 107 или 115 года, когда император Троян находился со своими войсками на востоке. Посланные в заточение христиане также были умерщвлены разными способами. 9 000 из них были распяты в пустыне около горы Арарат в Армении. Остальные же умерли в других мучениях. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.